Здравия желаю, уважаемые подписчики. К сожалению, я должен сильно огорчить рептилоидов. Емкость, смотрите. Лампочки горят, как видите, 13 диодов. 13 диодов горит, а емкость, вернее, мощность, вот это устройство, вчера я показывал батарейки, 0,5 ватта это мощность. И кто-то мне из рептилоидов предъявил, что, значит, а емкость может быть больше. Не может быть емкость больше, а может быть меньше. То есть 0,5 ватта это то, что она может дать максимально. Если кто автомобилист, тот понимает. Вот смотрите. 60 ампер часов. Вот когда новая вот эта батарейка дает, 60 ампер часов. А максимально она может дать 540. Несколько секунд, допустим. Или там полминуты. Понимаете? А если здесь у нас дает 0,5 ватта на короткое замыкание, то, возможно, емкость еще меньше, чем 0,5 ватта. То есть я вас очень огорчу, рептилоиды. К сожалению, для вас и для ваших академиков вот это вот вечные светодиоды. То есть батарейка, значит, пустая, считай. Это значит с 18 часов вчера. И сейчас, значит, у нас 8 утра. Считайте. 2, 6 и 8. 14 часов. Прогорело. Значит, мощность ее максимальная 0,5 ватта. Значит, емкость может быть и меньше, или максимум 0,5 она может быть емкость. Вот. Поэтому я вас огорчу, что вечная лампочка работает, БДГ работает, КПД больше одного бывает, а вам посоветую, рептилоиды, обучаться арифметике. Когда вы будете знать арифметику хорошо, вы не будете задавать глупых вопросов. Потому что тут ваша ошибка в одном. Вы не знаете счета. В этом ваша ошибка. Вы не умеете считать. А почему они не умеют считать? Потому что в основном это не рептилоиды, которые мне так пишут. А в основном боты. Роботы. Есть немного и людей. Очень мало. Но люди такую ерунду не пишут. Вот это боты. А бот считать, ребята, не умеет. Чтобы выяснить, с кем вы разговариваете, вот сейчас непонятно, и на Фейсбуке, и на Ютубе, и на Одноклассниках, на ВКонтакте, вы можете разговаривать с ботом, он может там болтать, что ему заложено в программу. Предложите ему решить 2 плюс 2 задачку. Боты такую задачку решить не могут, потому что у них там нету арифметики, не заложено в голове. У них там только вот в методичках написано там то-то, то-то. Они выбирают, значит, человек что-то говорит, они выбирают эти слова, у них так вот алгоритмы такие подстроены, и это самое, выдают наоборот, переворачивают и выдают наоборот. Поэтому вы всегда можете обнаружить рептилоида, если вы... Если он не ответит вам, сколько будет 2 яблока плюс 2 яблока, это будет 4 яблока. А 2 плюс 2, это будет 0. Рептилоид или робот-бот ответит, что 4, робот-бот ответит, что это будет... Вообще не ответит, он не знает, читать не умеет. А рептилоид человек ответит, что 4. А счет должен быть предметным. Поэтому 2 плюс 2 не равняется 4, а равняется ничему.
Прежде чем считать, нужно знать, что ты считаешь. То есть просто так считать — это занятие для рептилоидов, для их ботов-роботов, для того, чтобы людей дурачить и грабить. Спасибо за внимание. Всем желаю.